on everyone. Всем привет, друзья, это канал Outcast Games. Продолжаем с вами проходить игрушку Кис за группу Кис. Этот самый, как его называют-то, цирк каких-то, короче, психов. Цирк психов, и мы тут за группу Кис играем. Вот, даже играет, смотри, музычка отсюда. А куда мне идти? Подожди, я забыл. Уже тут мы в прошлой серии с вами захерачили, как, короче, женщину такую, которая нас... Ага, вот сюда. Кормила этими. Эксит! Воу! А вода куда делась? Темно... Блять, ладно. Надеюсь, это не палевная музыка, хотя хрен его знает, не должна быть. Да, ну ничего, страшно, кто там на меня? У меня пулемет, сука! А так вы никчемные ублюдки. На! И чё вы? Ну и чё вы, мудаки? Не, ой, блин, не попал. Вот плохо, что он два раза бьется. А, ладно, ничего страшного. Так, сколько вас там? Опа, чё это? Что это? Там было какие-то эти, как отрубя, что ли? Эй, ха! Открывай. Нормально ты. Ой, тихо. Хорош. Водичка пошла, куда пошла? Ага, окей. Спустили. Вызывающий. Так, новая какая-то херня. Ну давай, давай мне пушку быстренько. Хорош же катсценки эти ебашить. Ну-ка, где вы там? Что вы делаете? Не понял, ты что, попал в меня? А чем он стреляет-то? Блин, я вот. Я вот стреляю этим пулеметом, я не понимаю, он попадает или нет? Вот всегда, вот постоянно я стреляю. Вот смотри, стреляю, но я не понимаю, он попадает или нет, вот этот пулемет. Он вообще работает? Смотри, он, да, вроде работает, но я... Чё там? Ах вы, сука, грёбаные эти. Это какие-то пауки или чё это? На-ка, скотина, стоять. Ой, тихо, это уже трубчик. А это кто такой? А, это этот, то, что с наводящими грёбаными, сука, паскудными своими мощными. Так, ладно, у меня что-то патронов там мало, давай с ракетницы пошмаляем. О, патроны! Привет! Уже есть. Хорош. Да кто там еще на меня? Эх ты, скотина, Вот эти вот вообще жирные у меня бабарасины вот эти. Хэй-ба! Хорош мясом бросаться, эй! Слышь. Ха. Так, это мое! Кто где? Опять ты! Опять вы! Как ваше говно может рикошетить от стен-то? Объясните мне, пожалуйста. Ладно. 520 патронов. Нет, можно больше. Окей. Ой, женщина, опять привет. Давно, кстати, с тобой не виделись. А вы это, слышите, бесконечные, да? Блин, они такие вообще разлетаются, смотри. Как ты меня будешь бить, если у тебя рук нет? Так, спокойно, где там моя ракетница? Она меня пирожочками хочет накормить. Такая милая, смотри. Пирожочки прям прыгают мне в ротик. Ну, блин, ты не женщина, блядь, я просто... Просто мечта, смотри. Она какая красивая, она делает пирожки, которые, блядь, мне прям в рот летят сами. На. Давай ты будешь моей женой. Ха. Что такое? Что такое? Пирожок, отстань. А что эти уже на 200 меня хиляют, не пойму. Ладно, окей. Так, будем немножко сохраняться по чуть-чуть. Тут что, можно падать нельзя? Тю-тю-тю-тю. Вот эта ракетница какая-то немножко неадекватная. Слышь! Женщина, ты там, короче, это, с пирожками. А, это труп ее, блядь. Что такое? Ага. Окей. Так, интересно, когда же мы за первого персонажа пройдем? Звездочка. Вот это мне нужно взять, да? Да, это последний мой ингредиент. В броне. Как броню-то посмотреть? Кто там ржет, сука? Ты что ли там, падла? Так. Спокуха. Я перепрыгну? Конечно же, я перепрыгну. Чё-то я не перепрыгну. Кто там? Блин! Так, спокойно, нет, не то. Да вот это хотя бы это. Оу, кто там? Блин, сбоку! Нечестно, сука! На! Ай, блин, застрял! Ой, сейчас мне пиздец. Мне тут, короче, Кто там так стреляет жестко? Ты же. А, это эти, блин. Это же эти, как их настенные штуки. Тихо! Сука. Завертел один, сука. Где?
Вот эта скотина, ты будешь стрелять так все время, что ли? Жопа ты. Жопа ты с ручками. Пошла ты нахер. Так, этого убил, отлично. Кого еще тут? Ах ты скотебез. 200 хпшки есть, отлично. Вот это. Ай! Да ютрить, твою мать, как же ты такая меткая, сука, будешь-то? Хорошо, окей. Мне надо как-то пройти вон туда, лестница там есть. Хоп! Да я перепрыгнул, не пизди. Хья! Кто там? Опять жирные? Где жирные? Че это? Да блин, дуло, хорош дымиться, ты же, я же не стреляю. А, тут жопы эти сраные. Сейчас будет стрелять, да? Ну конечно, и будет еще и попадать. Не то, что стрелять, а еще и попадать. Ай, тихо, спокойно заныкались. Катина. Где эта жопа? О, здорово! О, здорово! Сука, как же у меня... Да блин, это опять этот пердун срон летает. Так, полезли наверх. Чё тут? Это секрет! Блядь, я вниз упал. А это я где? Это я на начало пришел. Ну вы серьезно? Чё-то взял опять. Ты слы! Ай-яй, чё, печаль? А почему? А почему вы опять восстановились-то? Алло. Ладно, я, может, что-то взял. Они восстановились, типа. Ну-ка, где ты там, сраный свой пузырь? Пузырь. Да, блин, нехорош мне своими этим кормить. Мне может кормить только эта женщина, которая пирожочек. Пусты! Да я какого же вы хрена восстанавливаетесь-то, а? Ай! Сука. Все, у меня патроны кончились. До свидания. Вот, да выебались, суки. У меня патроны из-за вас кончились. Там какой-то секретик был. Блин, они меня сейчас зажмут. Они меня сейчас зажмут своим говном. Насрали мне тут на голову. Мне нужны жизни. Еще. Сука. Сдохни. Я боюсь просто идти вперед, серьезно. Отвечаю. Оп, патрошки, пулемешки. Кто где еще? Ах ты, скотина, база. Улетай, словно птица, сука, в небесах. Ты свободно кружишься, падла, на. Чё такое? Ага, мостик, это откуда? Это куда вообще? О, что-то микрофон далеко. О, такое, бля. Ага. Все нормально? Патрошки не берутся. Что это? Какая-то звездочка. Угу. А что за звездочка-то? А что ты делаешь? Что звездочка делает? Туда могу? Туда не могу. Подожди. Бу! Что это? Жизни, да? Так, хорошо, я под водой. И чё? Давай я сохранюсь. Я могу бесконечно плавать? Если да, то это классно. Так, а что эта звездочка делает? Не пойму. Пока что. Ты бьешь их? Да блин, вылези куда-нибудь, сука. У меня звездочка закончилась. На! А 6. Она не работает, все, хана. Так, ладно, берем дробыш. Тудуща! 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 Ой, щай! Да блин, заколебали эти. Они же там бесконечно еще, сука, идут. Ладно, надо как-то идти и выносить. Да блин, стреляй ты, дробашила! Чепушила. На, хорош. Бах! Берем рожки наши. Хуча! Хуча, то есть, в смысле, меч. Хуча! Вообще, меч вообще четкая штука. С одного удара убивает. Сохраняемся, берем дробовик. Не, дробовик, сказал. Бля! Женщина, привет. А ты чего меня ждешь тут опять? Со своими, блин, пирожками. Не хочу больше. Наелся уже. Так, еще закрыли. Че это? Бля, что-то нажал опять не то. Вечно тут Z нажимаю. Затопило. Надо бежать. Или нет? Куда идти-то? Жизней куча. И все? Так, это я где? Да выплыви ты, ну. А что тут нельзя, да? Ладно, где? Ой, я тут запутаться. Запутаешься нахрен. Ну, куда мне? Привет. Я нашел, куда мне идти. Так, хорошо, ладно, окей. Так, кто-то у нас ржет там. Такой.
кто у нас там такой модный ржут? Кто? Ах ты скотина, вот ты ржешь, да, падла? На. На. Да блин, заколебал ты со своими... Вонючка. Блин, опять упал, ну ты понял. Да ну я специально так сделал, чтобы нам, ну, не похилиться же надо. Как-то это там правильно, нет? Да вылезь. Кто меня валит? Да ты задрал. Жирде. Жирде-пирде. Запердишь там, сука. Колебали уже, серьезно. Так, тут я упал случайно. А тут я могу наверх. Ой, блин, женщина опять. Ну что ты своими сиськами такими жирными, своими пирожками этими бросаешься к сраными, которые, блин, меня хотят съесть. Сами же пирожки хотят сожрать меня. Ладно, ничего страшного, нормально. Меня вода, короче, кстати, поднимается. Да это хорошо, в принципе. Потому что мне не надо, чтобы она поднималась, правильно? Потому что я дальше не пролезу. Так, а вот дверь какая-то. Нет! Блядь, нахера я пошел-то, сука? Там были патроны. Ладно. Там были патроны к первой пушке. О-о-о! Да! Ща! Нарезка! Нарезка к столу! Давай! Еще давай! Еще давай! Еще! Где? Где мое мясо? Отли... Еще давай! Хорош! А вы бесконечные там или что? Или у вас там рожальник? Блин, их тут рожальник. Так, хорошо, рожальник мы прикрыли. Берем, короче, что-нибудь пожестче. Опа! Нет, обнимашки сегодня не будут. Хыч! Там что-то зелененькое. А зелененькое это для чего? А, зелененькое это же этот, как его, хлыст у нас, да? Ты сдохнешь, нет, женщина. А что у тебя не работают эти? У нее не работали, кстати, эти. Как их называют-то? Пирожочки не работали. Сегодня она не готовит. Она сегодня не в настроении прям мне пирожки готовить. Так, а как мне туда наверх выйти? Там что-то есть. Ты... Блин, она так сидит, как будто бы она... Шука живая. Кинь сюда. Черепуха какая-то. А как ее достать? Блин, да ты заколебешь. Слышь, вот так. Хоч! Нет, так не допрыгнет. А что, как забрать-то? Блин, надо как-то вон туда попасть. Сейчас. Я вот с этой стороны попробую. Давай. Опа. Потом опа. Да, слышь, мне это... Мне потолки мешают. А может, с этой стороны? Так и с этой стороны никак. Как мне туда попасть-то? Игра, объясняй. Блин, никак. А как мне туда залезть-то? Я сейчас пока что не вкуриваю. Ты так умеешь? Хрена себе. Хоть. Да блин. Давай. Эй. Так, а как тут? Тут он обо что-то бьется. Да, блин, проход не пролазит. Может, ты лазить умеешь? Нет, а как туда попасть? Что за черепуха? Хочу забрать. Ну, блин. Хоть ёптрать. Да он как-то в туле вы... Туда. Ты можешь нормально прыгнуть? Почему ты зацепаешься за это головой-то? Ты же не дурак. Ну, блин, это идиот, серьезно, тебе отвечаю. А как туда попасть? Может, что пробить надо? Сука, я хочу просто забрать этот черепок, серьезно. Что это за фигня? Слышь, дверь. Бляха, а как туда попасть-то? Я не понимаю. У него есть ускорение, подожди, какое-то или нет? Да прыгни ты нормально. А, подожди, стоп. У него же хлыст есть. Может быть, хлыстом где зацепиться? Сейчас я найду. Нет? Кто-нибудь видит хлыст? Крючок. Крюк есть, нет? Я не вижу. Иди сюда. Блин, а как его достать? Я не, короче, не в курсе. Ладно. Мать его так. Не хочешь, как хочешь со мной дружить, падла. Я пойду дальше. Кто тут у нас? Ага. Ай, блядь. Вот я дебил, да? Ну, откуда я знал? Я что, игру эту проходил? Нет, я ее не проходил. Я первый раз ее играю вообще. Я откуда знаю, что тут так будет? Вот что это такое? Вы нашли секрет. А так я его и так видел. А это что такое? А, текстурок, смотри, нет. А что за секрет-то? Что он дает? Так, патронов у меня мало. Тут берем дробовик. Кто? Кто на меня? Что там? Вода?
Вода. Патроны. Бляха! Ублюдок! Зеленый, молниеносный. Утырок. Ну-ка, пошли нарезка пошла. Ну-ка. Пошла нарезка, я сказал. Нарезка. И все, нарезка. Давай. Как же вас много-то? Крабики. Гребаные крабики. На. Давай. Они такие никчемные вообще. Прям ненавижу их. Все. Ой, какой ты маленький, застрял. Ой, ты манюнький мой. Так. Вот это патроны. Мало что-то все равно патронов дали. Что это за хуйня? Какие-то кристаллы не... Воу! Так, блин, опять там утырь этот. Может быть, их вот этим? Шмандляк! Да блин, ты живучий, падла, да? На! Ни хрена сносит так-то. Ну-ка дай что-нибудь пожестче. Блин, там еще этот, которого наводящие потрошки. Он, кстати, мне помог этого убить, да? Он в него выстрелил, короче, в спину ему. А тут, смотри, там он наверху еще, значит, вода должна подняться, да? Так, смотри, сохранимся. Ну, я туда никак не достану. Ну, смотри, на хлыст у нас нет, некак зацепить. Значит, там вода должна тогда опуститься, подняться. Бери, что так долго думаешь? Мне нарезку надо делать. Опять всякие праздники заебали уже. Нарезка. Все, я. Все нарезаю, да нарезаю. Что такое? Нормально все? Окей, погнали дальше. Тюн. Вот это я заберу. Потому что под 100 штук всего дает. Воу! Вы ублюдки. Как вы вообще там живете, жирдяи? Нахрена вы живете? Вы же, блин, дебилы. Вы же воняете и, блин, как так-то? Вот напридумывали. Неплохо так. Кто орет? Женщина! Успокойся. Успокойся, поджарю. Да она, блин, она хочет меня обнять. Она хочет меня обнять, у нее сиськи висят. А чё ты патроны не берешь? Я только что с ракетницы стрелял. Ну давай, ладно, постреляем еще. На. Все. Отлично. Так, блять, вот почему у нее труп остается, сука, она меня пугает. Так, вот это я не возьму, да? Чё тут? Люстра это, тут не открывается, не открывается. Секреты, где секреты? Секреты, я так понимаю, нужно стены просто проламывать. Да? Но я не вижу, где эти секреты, так что. Если чё, я не виноват. Возможно, там я увидел, что надо было дырочку пробить. Возможно, тут надо вот туда прыгнуть. Тут колокол меня ебанет. Возможно, блядь, не так. Так, а ну-ка не стреляй. Я тебе не разрешал. Так, ну-ка, F2. Вон, видишь? Чё ты не идешь-то, блядь? Долбайбендон. А чё ты не идешь, алё? А чё он не прыгает-то? Он не прыгает туда, куда мне надо. Так, колокол, успокойся. Он здесь не прыгает, если чё. Он застрял вообще, пиздец. Да, красавчик, да? Нет, не застрял, отлично, упал. Ну а чё, я хочу всякие секретки тоже понаходить, если чё, если есть возможность. Так, ну этот колокол, в принципе, сильно не мешает. Я не пойму, почему он здесь не прыгает. Вот все, смотри, застрял. Почему? Ты что здесь застреешь-то? Что такое? Что меня бьет-то? Вода, что ли? Так она же это. Ладно, тут, короче, можно вот так сделать. Да. Зачем я так делал? Блять, в воду опять упал. А что меня бьет? Там же можно было просто дверь открыть. Логика прям жесть. Они что, через двери не научились ходить, что ли? Да блин, куда ты вечно падаешь-то, ублюдок? Вот тут народу. А мне надо как-то ту штуку убить, потому что я не могу пройти. Во. Так, теперь пошла нарезка. Так, ну-ка, не моя нарезка, не меня нарезка, вас надо нарезать. Хоть. Я не попал. Хоть. Обнимашки. Хоть. Сколько у вас там, блин, там что, еще одна рожалка? Бляха, там еще одна рожалка. Ду-д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 у-
Она не умирает, тарожальничка. Чего вы тут стоите? Ай. Что-то стоят, меня пытаются ударить, но ничего не получается. Так, а как же мне туда пролезть-то, а? Мне надо как-то ту штуку завалить. Ну и, блин, а как я ее завалю, если они тут стоят прям перед носом и респаунятся каждую секунду? И как мне вот пройти? Капец просто какой-то. Нарезка пошла. Ага. Ух, кто? Блин, это опять сука. Ты опять мне своими пирожками будешь кормить. На. Мне 26 хпшки. Если чё. Нет! Блин, у меня вообще хпшки нету. Вот это было сложно, вот это сложное место, очень сложное место. Здесь еще и можно упасть везде. Здесь можно еще и упасть вниз. Спасибо. Где мои жизни? Да, блин, еще и стреляющие упыри еще и появляются постоянно. А если я буду стрелять в верхнюю часть, нормально будет или нет? Вот как мне их завалить, если они идут постоянно? Да нет, нереально, вы что? На! На! Есть, убил! У меня 8 хпшки, если что. Вообще мало. О! Где мои жизни? Вот я дебил, да? На! Хорош, прошел этап. 8 хпшки осталось в конце. 9 секретов, обалдеть. А что такое вещи 35 и 42? Где-то не нашел. О, можно даже персонажа крутить, круто. Так, выставка уродцев. Ну давай посмотрим ты на выставку. Ты уже почти поймал, да, госпожу, удачу за подол платья. Угу. Тебе мешает только шабаш мертвых душ. Мне и перед этим собор мешал. Найти маску звездного Геральда, тебе нужно пройти через Багровый каньон. Этим ты призовешь старейшину и станешь истинным воплощением царства стихий. Теперь все в твоих руках, друг мой. Больше я ничего не могу сделать. Да пребудет с тобой... Что это? Это главарь? Ого, нифига себе! Квайк какой-то пошел. Короче, я так понимаю, что это последний... Последний уровень у нас на этом персонаже. Пожиратель. Так, хорошо, давайте на этом закончим. В общем, и в следующей серии продолжим его драть, этого ублюдка. Ну, это, я так понимаю, просто он стрелять будет. Хорошо, ладно, в общем, все, ребятки, всем спасибо за просмотр. Ссылки в описании под видео. Комментируйте, всем до встречи в следующей серии. Кис. Цирк. Психический, короче, цирк. А, в общем, все, всем пока.